Здравствуйте, о погоде на вторник. Сегодня холодный циклон постепенно начнет перемещаться на северо-восток нашего региона. Из-за его близости погода будет неустойчивой. Пока еще высокой останется вероятность дождей, которые пройдут в сопровождении порывистого ветра. В Челябинской области переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Во всех городах тепло, но, увы, не так, как в минувшие выходные. На севере региона, в Верхнем Уфале и Сатке, 22 градуса выше 0. Немного теплее будет в Златоусте и Южно-Уральске, плюс 23. В Троицке и Карталах плюс 24. А вот самая жаркая погода вновь досталась Магнитогорску, там 25 со знаком плюс. Сегодня в Челябинске переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В дневные часы температура воздуха не будет сильно высокой, всего 22-24 выше 0. Атмосферное давление в норме. На этом все, данные Центрофобос. А я с вами прощаюсь и желаю удачного дня. До встречи. Одежда ведущего Джованни Джентиле. Кирова 104, молодежная мода.